Всем привет! Мы на канале Юбилея это эксперимент. И сегодня мы хотим показать, как мы делаем фигурки из акварели. Вот мы подготовили подстилки и мы начинаем. Теперь вот так. Это нам не нужно. Пойдем пока сюда. Вот у нас есть коричневый, ее зовут зеленый, а я называю белый. Ясный, золотый, синий, фиолетовый, серый, пресечный. Синий с пёсками, чёрный и пресечный с пёсками и сверху розовый. И всё. Вот мы выбираем формочки и достаем все цвета. Вот нам нужна эта яичка с водой. И мы в наборе такой пакетик, и мы его засыпем в водичку. Мы начинаем ее закрасывать на формочке. Я беру синий с плесками. Вот с того я начну это. Дайте меня подумать. Такую я. Питя. Не. Так, теперь я все теперь пью такой синий кубик, синий, такой ясненький. Ну да, я себя чую. Теперь это будем, ну, это будет, и это будет почти сюда. Моя куря должна очень быть красивой. Теперь что она нам? Папелька, надо нам что она? Надо что-то сделать. Вот так стею. Белый был. Какого цвета должен быть хвостик? Серого, конечно. When we collide, no one walks away easy.
здесь. Ну да, теперь вот здесь все ее готово. Этих называется готово, ребята. Готово. Как теперь видно? Ну, это сверху вот уже будет. Так. Там маленькая будет таким цветом. Синим. Это интересно, очень легкий цвет. Что-то не уходит. Ну да, моя акуя будет красивая, ребята, да? Как вы видите. И это будет... Почему-то здесь не мягко. Скиена. Я сукиящие файмочки, и теперь мы должны их отпустить в воду, где мы засыпали поясок. Начинаем с черепашки. Подтяни тарелочку к себе. Ближе, ближе. Подожди, давай сюда. А теперь. Видите? Ее надо подвисать минуту в воде. Ну, черепашка еще мягкая, если хотите, чтобы она была твердой, тогда надо подойти к ней в воде повязать. Хотите, тогда поставьте лайк. Поставьте лайк! Вот это надо! Поставьте лайк! Вот это надо! Ну, как надо, если тогда я знаю, как... Она такая мягкая, красивая. Идите на черепашку. Теперь мои фигурки засунем. Мы засунем эту. I get drunk some nights.
носили, он носки, я шила ей фигурки, поют чаи. И черепашка, акула и рыбка. Такие у нас киевские выю. Оставьте эти фигурки еще повисать в воде. Если не хотите пропустить следующее видео, как мы делаем бобовые кончики, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! Всем пока!